Всем привет! Очень рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я хочу распаковать вместе с вами еще одни туфли. Это одна из самых красивых и самых классических моделей. Давайте проверим, что здесь пришло. Итак, произведем открытие. Посылка шла довольно быстро, очень быстро, если учесть, что сейчас праздники, а сейчас майские праздники, чтобы сориентироваться немного. Очень быстро. Посылка с сайта Net-a-Porter. Net-a-Porter просто баснословный ассортимент имеет данной шикарной марки. Это Christian Louboutin. Давайте откроем вместе и посмотрим. Ох, как приятно открывать всегда. Красные мешочки. И давайте посмотрим, что здесь пришло. Вау. Это одна из самых классических моделей, самая желанная модель от Christian Louboutin. Я название забыла, уточню позже. Красная подошва, проверим размер. Да, размер положили правильно. Просто невероятно, просто невероятной красоты. Лак потрясающий. И вторая туфля. О боже, они великолепны, просто великолепны. Размер, да, правильно, второй туфли. Невероятно блестящий лак красный. Здесь красная подошва. Идеальнейшей формы шпилька. Все выполнила очень четко, красиво. Кожаная подошва, я уже вижу. Вот эта форма просто невероятная. Очень хочется примерить. Шикарно. Что всплывает у вас в голове, когда вы думаете об идеальном вечере с мужчиной вашей мечты? У меня это ужин при свечах. Лаконичное черное платье за колено, черные чулки со швом от Agent Provocateur и классические черные лаковые лодочки с красной подошвой от Christian Louboutin. Вот с такой красной подошвой. Они должны быть удобные и роскошные. Не сжимать ногу в тисках. Они должны придавать вам уверенности, но ни в коем не случае не делать вас грустной, печальной от того, что вы не уверены, что вы дойдете до дома, если вы в ресторане, или просто не захотите наконец скинуть их. Туфли Christian Louboutin Hot Chic 100 Patent Leather Pumps. Это туфли первой необходимости. Пара простых черных туфель. Вы не всегда хотите купить их первыми, ведь есть более яркие, легкомысленные покупки. Но вот классика с изюминкой. Эти туфли, вырезанные волной краями, оголяют вашу ногу чуть больше. Они выполнены из черной лаковой кожи. Каблук, шпилька также обтянуты кожей, как вы видите, черного цвета. Подклад, стелька выполнены из кожи. Я обязательно добавлю фотографии. И красная лаковая подошва. Это потрясающе красиво. Сочетание лаковых туфель. Я надеюсь, вам очень хорошо видно. И вот такой красной лаковой подошвы. Это волнующее сочетание. Я думаю, каждый, кто увидит на ножке такие туфли, он будет просто покорен. Они невероятные. Эти туфли с острым носом определяют изящную и вечно женскую эстетику бренда Christian Louboutin. И сам производитель не устает говорить об этом. Произведены эти туфли в Италии. Я обязательно вставлю, чтобы было видно, что они произведены в Италии. Я заказала размер 39 ровно на свой 39,5. А почему 39? Потому что были такие отзывы о том, что они большемерят. На многих фотографиях вот в этом месте у всех моделей, практически у всех, было расстояние. Можно было увидеть, что нога съезжает вниз, и я предположила, что они достаточно широки в носу, в мысе, возможно, во взъеме здесь пошире. И я рискнула заказать 39, и о размерном ряде я расскажу чуть дальше. Кожа очень качественная внутри туфель, то есть вы это можете увидеть, она мягкая. И сделано чуть-чуть с наплывом вот в этом месте. Вот здесь немного с наплывом. И это позволяет не слишком плотно вот такому краю волной прилегать к вашей ноге. При том, что когда прилегает подклад, вы не видите, а волна абсолютно не мозолит вашу ножку. Это очень и очень комфортно.
Запятник выполнен из натуральной замши, как вы видите. Очень хорошо сделан. Мозолить здесь абсолютно нечему. Это для меня очень-очень важно. Я очень быстро смазаливаю свои ножки. Ну и, конечно, красная лаковая подошва. У меня сегодня лак в цвет. Это очень приятно, очень красиво. Я очень люблю этот цвет. Ну что, давайте произведем, наконец, замеры этих туфель. Начнем с вами, как обычно, с длины стельки для размера 39. Давайте проверим. Итак, очень плотно вкладываю и прижимаю. Итак, надеюсь, вам хотя бы чуть-чуть видно. Так вот сейчас сделаем, да. 26,3 мм длина стельки. В них я вычитаю всего сантиметр примерно на нос, потому что нос расширяется довольно быстро. Плотно садится. Если у вас широкие пальцы, бывает, что пальцы узко уходят, а бывает широко, то, может быть, вам будет некомфортно, я рекомендую их примерять. Как раз левый туфель мне отлично, левая нога мне слегка уже, правый мне плотно. По стельке что мы можем сказать? Длина стельки соответствует размеру 39-39,5. Давайте замерим ширину носка стельки в самом широком месте. Итак, у меня получается 7,2 мм, может быть 3 мм, да, пожалуй, 3 десятых. То есть это узконосые туфли. Подтвердим замер с этой стороны, отступаем по миллиметру с обеих сторон, да, 7,4 даже десятых миллиметра. То есть это на узкую ногу, да, такие отпечатки остались на всех туфлях, я их протеру потом позже обязательно. И замерим давайте с вами каблук, заявлен на сайте 100 мм. Но стоит пометка, что для размера 39 сразу же возможен каблук 10,5 сантиметров. Здесь мы видим 11 сантиметров полных. То есть каблук все-таки 11 сантиметров, прошу это учитывать. Смотрится невероятно, с данным размером меньше не должен быть. Это великолепно, роскошно. Вот такая красота. Считаю, что размер идет в размер по длине, однако туфли довольно узконосые и у них очень-очень глубокое декольте. Это важно учитывать. Именно данную модель все же рекомендую либо примерять, если у вас такая есть возможность, либо тогда рискуйте, заказывайте просто на 39-39,5, но боюсь, чтобы ножка не съехала. Выбор за вами. Давайте посмотрим, что идет в комплекте с данными туфлями. Итак, коробка, классическая коробка Christian Louboutin. На коробке у нас есть название Hot Chic 100 Patent. Patent это лакированная, цвет black, черный, размер 39. Это маркировка для сайта, я предполагаю. Посмотрим, что внутри. Я думаю, что будет все стандартно. Итак, пакетик, мешочек. Это у нас, скорее всего, должны быть, да, запасные набойки. Я их обязательно сохраню и подпишу, что они от этих туфель, чтобы не перепутать и потом не пришлось подбирать. Каждая смена всегда элементов каких-то, фурнитуры, всегда может травмировать ваши туфли. Относитесь к этому более аккуратно. И, конечно же, здесь один пыльник шел в комплекте. Думаю, один кто-то спер. Потому что пыльников всегда два под каждую туфлю. Кто-то примерял и унес с собой пыльник. А здесь просто хорошая упаковка, а также бумага внутрь. Итак, я надеюсь, вы с огромным удовольствием посмотрите примерку этих туфель. Это будет и с черными брюками, и с черными капроновыми чулками обязательно. И на голую ножку. Приятного просмотра!